экология – это информационно-психологический инструмент воздействия в политических целях и для достижения определенных результатов, имеющих политические последствия. На слуху в этом году Брест, да? Вот в Бресте это об экологии или это о чем-то другом? Самый главный индикатор, когда мы видим, что что-то заработало, это когда к какой-то деятельности подключается бизнес. Люди там жить будут. Они не знают правды. Ни с одной стороны, со стороны тех, кто устроил этот завод, ни со стороны тех, кто пытается их вывести на площадь. Речь идет не об ужесточении ответственности, а о неотвратимости ответственности. Наша атомная электростанция как раз-таки полностью отвечает современному запросу мирового сообщества.